столицу Коми придет «Зеленая весна». Так назвали общегородские субботники, которые пройдут 27 апреля и 4 мая. Делать город чище и уютнее будут организации, предприятия и учреждения Сыктывкара, за которыми закреплены свои участки. Администрация обещает обеспечить участников субботников мешками и перчатками и по итогам вывезет мусор, собранный с территорий. А уборка контейнерных площадок и вывоз мусора с дворовых территорий остается в зоне ответственности управляющих компаний, напомнил первый зам руководителя администрации Александр Гонтарь.